Предыдущие четыре завершились победами Барселоны. И все они были на стадии 1/8 финала. Вел нам главный тренер, ваш комментатор на Матч ТВ Роман Гудсайт. Мы видим свисток. Разыграли. Неймар один, второй, третий, передача. Удар-то не будет. Когда? И может быть именно сегодня забудут поклонники сальных игроков в составе Барселоны в опорной зоне. Против него Джон Стоунс. Пришел из... Хорошо полили газон Камп Ноу. Хороший прострел. И из самых ярких примеров того, как играли против Стерлинг. Против него Жорди Альба. Стерлинг один финт. Попытка быстрого выхода из обороны в атаке. Без моментов, без вратарь, которые абсолютно детально изучают основу и стиль игры соперника. Мы понимаем, что не может... Вынуждено тяжело встречу не останавливать. И более того... Теперь-то Барселоны Аргентины против бразильского форварда. Еще Барселона вот этого человека после качественную передачу в этой ситуации. Множество. Суарес в одно касание, но не глядя. И Луис Суарес. Передача на Лионеле Месси. Это вот может быть сейчас все изменится. Месси по штрафную. Здорово. Иньеста дальше. Месси момент. Можно забивать. Месси. Браво. Как хладнокровно. Месси переигрывает Клаудио. Браво. Лионель Месси из тех футболистов, которых невозможно остановить. И сегодня, пока сам разворачивается, еще данное соревнование, та игра, конечно, не поприезжает на Камп Ноу и пропускает. Матча Камп Ноу пропускает мяч, Суарес на Месси. И в итоге Суарес успевает завершить эту атаку собственным ударом. Хотя, конечно, все взгляды были сейчас адресованы. Ну а Месси, когда оказывается один на один с вратарем, даже таким классным и хорошо играющим, внизу и хорошо подготовленному к работе Чана Суареса, но положение вне игры. Вот именно так. Пока у Хосепа Гвардиоли Силисон все-таки пока не так авторитетен. Жесткий фол против Жерара Пике. Подачу исполняет Месси. Ракитич, удар. Идет пас на Мтити. Это продуманная история. А вот здесь, ух ты, как играет Клаудио Браво. Вылетел из ворот и успел руками в матчах Барселоны. Лондон и Манчестер Сити, наверное, все ждали большего. Организовать хотел Манчестер Сити. Вот Клаудио Браво. Вот это уже была игра с огнем. Луис Суарес. Кевин Дебрюйне. Соперника. Но в этот раз удалось. Суарес. Вот он никому, конечно, не уступит. И получает по ногам от Пабло Сабалета. Все-таки да, в этом матче. Налит он. Гюндоган. Пошел в штрафную. Обыграл Жерара Пике. Гюндоган бьет. И браво, Марк-Андре Тер Штеген. Это было восхитительно. Причащающийся Гюндоган. Еще одна попытка. Сохранил владение. Дальше проткнул. Дальше на Давида Сильву. Слева Нолито. Нолито с левой ноги бьет. Марк-Андре Тер Штеген. И первое ли это попадание в створ его ворот? Похоже на то. Но все-таки сковывает в некоторой степени. У друга Жерми Матье, Марк-Андре Тер Штеген. Но это что такое было? Это, конечно, под карточку был подкатик. Вот Фернандиньо. Летел так летел. А потом от Ватпор вступает. И уже далеко не первый раз. Здесь есть еще и Лео Месси, которого знают во всем. Переходчик носить. Но Лито штрафной площади. В 12-м годах. Но тоже знает изнутри, что такое Академия Манчестер Сити Денис Суарес. Важно не ошибиться. Сильва подает. Удар по воротам. Мимо. И не было офсайда. Вот так шанс у Стоунза. Невероятных минут Бускетс. И все равно пробрался Стерлинг дальше. Он уже штрафной. Прострел. Дебрюйне. Дотянулся до мяча. Удар нанес. Но попал в сетку с внешней стороны. Когда у чужой штрафной площади оказывается, это всегда опасно. Суарес бьет. Клаудио Браво. Ну и здесь и руками нужно сыграть. Ах, Барселона сейчас. Не просто попытка выманить соперника. Здесь действительно пользу. Замен у Манчестер Сити нет. Замен нет, конечно, у Барселоны. Но после двух Марк-Андре Тер Штеген. Хавьер Маскерано. Штеген, как и три раза по ходу стартовых 40. Тубуц, как лучший бомбардир прошлого европейского вице Неймара, в том числе в первом тайме Луис Энрике. Здесь Отаменди в очередной уже раз. В центре внимания лишь в концовке. Но вот сейчас Дебрюйне очень активен. Удар по воротам наносится. Марк-Андре Тер Штеген, как и три. Пытается приободрить Нолито. Он в итоге подач. Это тоже мы наблюдали. Ракитич. Серхио Агуэро на поле появится. Неймар. Иногда даже в стартовом составе. Ох, какая ошибка Клаудио Браво! Он же руками сыграл, судья! Это должна быть карточка. И это будет карточка красного цвета. А
ошибся в итоге Клаудио Браво. Помните, именно как мы с вами и предположили, Сабалета уходит, и на который только-только в игру вступил, бьет Месси в уши. Или Кавальеро многократно приезжал на Камп Ноу в составе Стерлинг, Дин, Неймар. Был готов Илкай Гюндоган, потому что Неймар вот так вот просто вильнет и... Что же будет дальше? Нет, у Гвардиолы и на этот счет были свои мысли. Месси бьет сам Месси в угол, точно 2-0! 2-0 Лео Месси! Видимо, это удел Гвардиолы, приезжать на Камп Ноу и получать 2 от Лео Стоунза. Не было такого комфортного ощущения для Барселоны. Она сама себя так не вела. Но вот передача Гюндогана. Де Брюйне может вернуть Сити в игру. Де Брюйне нет, не дает это сделать Марк-Андре Тер Штеген. Еще одно прекрасное действие вратаря Барселоны. Еще один заброс. Месси. Передача на Суареса. Поскользнулся Гарри Клиши. Это ему в итоге помогло. Но не слишком сильно, потому что он сыграл рукой. Раскрутил Неймара. Давид Сильва, Де Брюйне, нет офсайда, но вот гол. Месси здесь не стал смещаться, ощущение размахивает руками, потому что он сейчас понимает, что нужно. Позиция это должен делать Маскерано, но вот и Гвардиола. Кайт Де Брюйне, Гюндоган, ну сейчас вот может быть 3-0, есть 3-0, хет-трик Лео Месси. Ну вот и Гюндоган предголевой пас на свой счет записал. Не сыграл плотно Каларов или Кавальера. Александр Каларов. Вот Илкай Гюндоган делал пас. Этого прессинга выбирается. И вот здесь, ну, есть штраф, разбег, удар. Тер Штегена. Полез вперед. Ну, про Манчестер Сити. Бежал мимо. Давид Сильва исполняет подачу. Пытается он убежать от Матьё. Самый невыгодный размен для Барселоны. А сейчас, может быть, и вторую карточку получит Матьё. И вот они будут продолжать играть в равных составах. 7. Оказался на газоне. Это было не просто так. Наверняка думали, что сумеет отличиться обе команды. Неймар передал. Из Валенсии. Но Сити-то после удаления. Матьё. Сильва штрафной площади. Улизнуть от Маскерано тоже. Мяч под правой. Ракитич. Заброс на Неймара. Вернул красиво. Выручает Кавальеро. Подкат. С нарушением правил исполнил. Неймар штрафной. Мяч под правой. И поле, это понятно. Ну вот момент. Довершит. Хосеп Гвардиола. Этот жест был адресован. Не поддался Стерлинг. Зато прошел пас на Месси. И дальше. Месси штрафной. Упал. И что это пенальти. Показывает на точку. Милорад Мажич. Можно забивать четвертый. Месси тратится. Неймар. Здесь делать паузу можно. Бьет и не забивает. Не забивает Неймар с пенальти. Великом. Мяч у Неймара. Сейчас Неймар будет сам решать. И он решит. 4-0. Не с пенальти, так с игры. 4-0. Три мяча забил Луис Энрике. Забил Лионель Месси.